Так, тогда говори, улица. Какая? Дикопольцево. Дикопольцево? Да. О, Дикопольцево. Такая фамилия. Да. Какая фамилия у меня? Как этот кот Матроскин? Фамилия так. Дикопольцево. Дикопольцево. Вот улица Дикопольцево. Пожалуйста, смотрите. Кто когда-то здесь жил или хочет здесь купить квартирку, приезжайте. Продадим. Квартиры хорошие здесь. Есть и сталинки, есть большие, есть маленькие всякие. И по всяким ценам. Здесь вообще бесплатно можно купить. Наговоришься, да? Сторгуются. Торгуются. Бесплатно. Уезжают, ты знаешь, за так продают. Ну, конечно, шутка. Ох, опять какие... Ой. Дороги такие, ужас. Ух ты. Ничего себе. Наташа, авторали. Ой-ой-ой. Ешьте. Совершенно ничего. Да. Мы уже ко всему привыкли. Все забито, все стоянки. Посмотри, да? Когда уже сделают. Ну, а вот тут если... Тут встану сейчас. Ну, хорошо, чё. Ой. Серость кругом, серость. Вот, вышли вот по такой, таким лужам. По таким лужам идем. Чтобы не упасть, тут и скользко, и мокро, и скользко. Вот сколько машин. Это ужас. О! О, какой красивый! Какой ты красивый! О, спасибо. Счастья, здоровья вам. Вот сам Самбери. Это ужас, это что-то. Вроде праздник закончился, а народу... Ну, праздник закончился, народ не убавился. Что, не будем эту телегу брать? А какая? Это разве телега? Она на улицу-то выезжает? Нет, на улицу не знаю. Ну, нам бы на улицу. Пока. Да? Ну ладно, веди меня, я за тобой. Так, кошечкам, кошечкам. Фросечки, фросечки надо. Фросечки в другом магазине. В другом, да? А. Это манечки, значит, да. С подливчиком. Опа. Бедные сотрудники в этих масках. И вдохнуться можно целый день. Вот Наташа. Ого. Так что мы набрали. Мы молодцы. Дочь моя молодец. Их неудобно туда сидим. Ну да. Ну, пошли. Пошли. Ну вот. Ну вот, все, что есть. Надо как-то вымерить за ним. Ну давай я буду тогда, ты это, ты веди меня, потому что я так не знаю куда. Угу.
Да, наверное, есть пока. Вот растает. Пока есть. У нас холодильник не резиновый. Все есть. Прилавки полные. Ну, в воскресенье люди затариваются. Все есть. Не переживаем. Мы пришли огурчиков взять. Салаты делать хорошо с огурчиками. Бананы. Бананы. Так же самое. Так же самое. Груша, груша, яблоки 159, не хорошие, сколько не брали, какие яблоки вкусные. Наташа, укроп не надо, укроп есть. Так, огурцы 199 и 274. Так, огурец среднеплодный Россия. А это Китай. Огурец среднеплодный Россия. Вот, еще Россия по 300 рублей. Ёлки-палки. Ну, какие-нибудь все равно возьмем. Сейчас посмотрим, сориентируемся. Наверное, я уже не буду больше ничего снимать. Руки надо освободить, Наташе помочь. Телезелень посмотреть. Вот, тимьян 129. Такая упаковочка. Но у нас не особо ее любят. Мята 1999. Израиль. Помидоры 799. Азербайджан. Так. Помидор черри 499. Помидор красный Дагестан 900 рублей. Помидор черри. Просто баночка такая. У меня такие росли на балконе. Это что? Лонган. Таиланд. Лонган. Труд вот он надо кипятить после этого всего. 1899. Ягода голубика 369. Это крупная голубика. У нас дома росла она. Обычная. Это как виноград. Морковь мини. Мини-морковь. 59. Это вот такая вот упаковочка. 59 рублей. А 250 граммов 169 рублей. Салат айсберг. 799. Красота. Да. Брусника 299. А вес... Коробочка вот такая. 300 рублей. Свежая. С нее аж сок течет. На мелкая такая. У нас в Амурской области крупная, здесь мелочь. Ну вот. Так, майонез у нас есть. Пошли. Ага. 27, вам вино 21 рубль. Ну вот, видишь. Не взяли? Ну, ладно, дочь. Так что мы будем за 3 рубля сейчас бегать по всему поселку. Ну да. Тудым-тудым. А тут дрожжей, наверное, никогда и не было, да? Молочки они были. Дрожжи прессованные исчезли. Мы волнуемся. Карбузы,
чего они делают. Овощной набор прям вот так сделали. Пожалуйста, бери и ешь. Свекла прям вот натертая. Вакуум. Морковка такая же. 68 рублей. 65. Капуста. Капуста. Это все здесь делают местные. Шинкуют и вакуумную упаковочку. Удобно, конечно, особенно кто не жена. Тоже жена у них овощерезка. А так, магазин овощерезка. Так. А, это авокадо. Ой, боже мой, авокадо. 1399. Кокосы. Кокос одна штука. 129 рублей. Арбузики уже стали появляться. Дыня желтая, Бразилия. 249. Была 329. Вот она, моя Наташа, пока я увлеклась тут. Вон она, моя Наташа. Так, это мы уже едем с магазинчика. С продуктишками. Какая улица, доча? Какая? Вот это? Да. Вокзальная. Вокзальная улица. Значит, где-то поблизости вокзал. Мощные дома целым кварталом дом. У нас комплекс наш спортивный. Газпром. Газпром. Где он, Газпром этот? У тебя все висит, нельзя сейчас фоткать. О, проехали. Там сугробы не видать. Вот и снимай улицы, когда кругом сугробы. Вокзальная, вокзальная. Это Гамарника. Улица Гамарника. Фамилия такая. Гамарник. Так, сейчас я зайду корм. Сейчас Фрося здесь корм купим в зоомагазинчике. Моря на дорогах. Море, 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 море. Машина сейчас ехала прямо Наташи. Машину облила. Ну, конечно. Тут уже не выйдешь. Я осталась в машине. Доча купит корм Фроси лечебный. Че я пойду туда? Грязь месить. Посижу здесь. Потом мне надо будет вот в аптеку. Вот сюда, вот, вот эту. Вот в эту аптеку. Вот в эту, которая на экране. Там для волос надо какое-то лекарство. После ковида волос сильно лезет. Вот она. Через дорогу, я не знаю, если бы был проход, а то придется аж кругаля давать вокруг. Вот, немножко того, немножко того взяли.
Улица Гамарника. Вот такая вот она, унылая. Сегодня солнце не особо. Даже в аптеку пошла. Развернулись. Так, пасмурно. Так, как это? Давит прямо, ни солнышка, ничего нет. Были вот на той стороне, сейчас на этой. Через две дороги. Улица, не знаю, как оно говорили, Гамарника. Вот, может, она и есть. Звонит где-то. Чавкаю, конфету засуну. Так неприятно, когда на камеру вот это вот чмоки. Я вот сама так делаю. Так вот облил, сейчас только проехал на машине. Вот тут лужи. И они едут, и все, кому не лень. Один ленивый только нас не облил. Даша в аптеку побежала, в другую, в той не получилось. Здесь ничего нельзя показать, здесь сугробы. Первый этаж весь не просматривается от сугробов этих. Вот сейчас опять, кто ничего проезжает, кто прямо жих облил нас вот так. То на какой скорости, наверное, едет. Спокойно. О! Жжжж, прям по дверям. Небо такое серое. Такие вот дороги. То ли река, то ли дорога. Дом отражается в луже. Так, лужа так лужа. Вот такая улица Гамарника. Избитая дорога, Наташа говорит, все. В ямах. У нас вся Россия в ямах. Необъятная страна. Ясно дело, что она большая, но делать-то все равно надо. В одном конце делают, в другом валится. О, как хорошо по нам. Слышь, наш. Поливаются со всех сторон. Больше негде встать. Так и здесь. Ну, спокойненько проехал. Кто на небольшой скорости, то ничего. Кто со всего маху, так поливают нас. Все. Вот купила. Все. Ну-ка. Гляну тоже. Кверх ногами, кверх ногами. А, это пакетик. Вот это вот сыворотка для роста волос. Клеточный метаболизм в волосах. Обеспечено интенсивное питание. Будем надеяться. 700 рублей или 800, да? Тортика наелась досыта.
Наташа блинчики поджаривала себе вчерашние, подогревала. Ну, уже пора обедать. Ой, тетя, как она перебегает, бабушка. Так, это тоже гамарника, нет? Вокзальная. Это вокзальная, назад едем. То сюда ехали, теперь отсюда. Вот комплекс ваш спортивный. Семейный континент. Это что такое? Что? Магазин. Не пьем. Тряпочки. Этих тряпок уже не знаю. Стройматериалы. Широкая улица. Хорошо. Трамваи, видать, ходили или нет? Нет. Смотри, трамваев не было, но широкую улицу делали. Ну, строили, наверное, уже где-то современнее, мне кажется, в 70-х, может быть. Транспорта все равно еще не было такого много, чтобы. Ну, предусмотрели. Не поехала прямо, вот автоматически. А прямо я куда? Ты же мимо него не проедешь. Ой, уже вот сколько раз замечала, с работы еду, думаю о чем-то другом, собиралась домой ехать, просто мне ничего не надо было. Ну, ясно. Автоматически завернула на стоянку и думаю, чего я приехала? Ага. Ну надо что-то брать, раз приехала. Не, я не брать, вот уезжала. Время шарится там. Там же очередь вечно. Машины красивые. Сейчас все в грязи будут с ног до головы. Заворачиваем на какую? Юбилейная. Юбилейная. Кто жил на юбилейной? Рассказывайте. Комсомольск на Амуре, юбилейная улица. 2022 год. Вот так она. Этажки везде лифты есть, да? Конечно. И у вас в этом, да? Таёжный. Тоже есть. Мы уже настроились домой. Едем домой. Остановочки двое человек. О, сайдинг появился, так разноцветные балконы стали делать. Все, выехали на финишную прямую. Все, приехали, паркуемся и домой.